выполнено из песчаника на священном листе дерева водки, под которым Будда достиг просветления. И говорят, что Будда всевидящий. Давайте в этом убедимся. Сделаем шага 3 вправо и смотрите на него. 3 вправо и смотрите на Будду. На него смотрите, не под ноги. А теперь влево идем. Идите влево. Смотрите на него. Потихоньку, потихоньку. Ну, что вы заметили? Три года уже тонкая работа. Проходим, пожалуйста, поближе, подходим. Так, руками осторожнее, не трогать руками. Да. Лёха, что не сломаешь, а просто купить. Можно, можно и сломать. Чем мастер это сделал полиэтиленовой работы. Если какая-то веточка не отламывалась, конечно, сразу бы менял только позицию, чтобы уже все исправить, конечно. 2 года назад мы на этом месте ее стукали, вот на этом примере. Да, она была цена, еще была не доделана, да. Буквально недели 3 назад закончили эту квартиру, но если ее подняли, обогнали, мастера с ним сидели и работали над ней. Просто приподняли, потому что вот недавно закончили эту квартиру. Да. Пошли. Обалдеть. Давайте сфоткаем. This way.